Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. Сегодня мы продолжаем играть в игру «Погоня супергероев». Напомню, друзья, в прошлых сериях мы спасли нашу супер-Анжелочку. Кто не смотрел предыдущие серии, обязательно посмотрите их, ребятки. Они очень крутые и интересные. А в этих сериях мы спасаем супер-Хэнка. Вперед, ребята, не теряем времени. Полетели! Вернее, побежали. А вот и наш Супер Хэнк, которого украл этот воришка-енотище. Ого, у нас суперскорость! И мы даже уже подобрали 3 енота. Не подобрали, а справились с 3 енотами. Уже 4-й. Так, не забываем собирать, ребятки, монетки. Они нам очень-очень нужны. Вот тебе енотище. И вот вам, енотики, брысь из нашего города. Вы уже завоевали весь город. Но мы с вами будем бороться. Ребятки, а вы уже играете в эту игру? Кто играет, обязательно ставьте свой лайк. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, друзья. На нашем канале очень много интересных для вас видео. А как подписаться на наш канал? Для этого нажимайте на красную кнопочку «Подписаться». И не забудьте нажать на колокольчик, друзья, чтобы быть в курсе всех новых наших видео. Отлично, у меня уже 24 енотика. Но маловато у нас монет. Я взяла магнит, и теперь с помощью магнитика нам будет проще и легче подобрать слиточки. Не слиточки, а монетки. Слитки – это в игре «Том за золотом». Кстати, тоже очень интересная, прикольная игра. На нашем канале она тоже есть. Смотрите все серии, друзья. Вау, мешочек, отличненько. Ну что, ребятки, уже у нас лучше 270 монет. И нам нужно как можно больше собрать енотов, победить енотиков. Так, с помощью енотов, ребятки, мы можем даже получать сейф, в котором может быть много монет. А за монетки, ребятки, мы будем реставрировать наш завоеванный енотами городочек. У нас супер прыжок, мощный вот такой вот. Отличный прыжочек. Марш отсюда. Всех разгоняем вас. Ох уж наплодились эти еноты. Так, по-моему, я что-то пропустила. Какой-то бонус. Возьму броню. Бронь это тоже хорошо. Так, интересно, сколько мы пройдем. Насколько хватит сил у нашей супер Анжелы. Ребятки, а кто из вас уже спас супер Хэнка? Есть такие? Напишите в комментариях. Так, отлично, разбрасываем всех енотиков, как клевенько у нас все получается. Вот еще одного вижу, вот тебе, брысь из нашего городка, это наш городок. Верните нам Супер Хэнка. Да, кстати, ребятки, по-моему, в сегодняшней серии мы должны встретиться с боссом-енотом и отвоевать Супер Хэнка. Так что оставайтесь вместе с нами. Так, по-моему, сейчас будет снова супер прыжок. Вот он. Вот так вам всем. Енотики. У меня уже 78 енот. Интересно, наберем мы 100 енотов. Сейчас посмотрим. Должны прочь, при принципе, ребятки. Опа. Еще один, 85-й. Кстати, ребят, а вы знаете, что это за трасса? Конечно же, это набережная нашей кошечки Анжелы. О-о-о, ребят, врезалась все-таки я в огромный автомобиль. Хорошо, давайте посмотрим, что здесь у нас. 760 монет, и, по-моему, у нас есть сейфы, которые мы можем открыть. Давайте скорее их открывать. Да, у нас есть сейф 10 рубинчиков. Что дальше? Красные карточки, отлично, они нам тоже нужны. О, нет, нету монет. Есть еще сейф. 1000 монет, это круто. Очень хорошо, 10 рубинов. И бонусы у нас. Еще есть еще. 1500 монет. Ребятки, это наш бонус на сегодня. Так, закончились наши сейфики. Ну что, ребята, идем реставрировать городочек наш. Так, что у нас здесь осталось? По-моему, совсем немного. А вот и енот с нашим
Супер Хэнком. Сейчас, енотище, сейчас мы к тебе доберемся. Вот только немножечко отреставрируем городочек. Ага, ребятки, по-моему, у нас совсем не хватает монет. Смотрите, для того, чтобы отреставрировать полностью городок, нам нужно еще 8800 монет и 50 рубинов. У меня их пока только 45. Смотрите, какой жирный толстый енот отдыхает, сидит в нашем городке, что-то пьет, какой-то напиток. А ты что бросаешь? Мусор. Он замусорит вообще наш город. Но ничего, мы скоро с вами обязательно справимся. Ребята, вперед. Побежали скорее. Нам нужно заработать еще 4000 монет. Так, ну я думаю, нелегко нам это будет сделать. Но ничего, давайте постараемся. Справляемся с енотами и собираем побольше монеток. Вот тебе. Еще, ого, громила. Бабах, бабах. Хе-хе, класс. И еще один огромный. Вот тебе. Наша супер Анжела со всеми енотами справится. Она у нас большая, молодец. И Том у нас был тоже очень клевый. О, ребятки, так, мы поднимаемся вверх. Здесь давайте будем осторожными. Здесь вот такие вот каталочки есть с арбузиками. Магнитик я взяла. Прыгаем дальше. Ух, класс, собрали сколько монет. Так. Хотя бы нам не попасться ни в какую ловушку. Собираем монетки снова. У нас уже 200 монет. И сейчас у нас будет еще один прыжок. Юху! Отлично. Мешочки. Один мешочек нам удалось взять. И мы снова на набережной Анжелы. Продолжаем наш бег. И продолжаем собирать монетки. Так, нам нужно победить как можно больше енотов. Потому что нам нужен сейф. В сейфе мы можем, ребятки, открыть много монет. Так, а если запрыгнуть вверх? О, прикольно. Супер прыжок. Опа! Юху! Классно. Так, очень бы хотелось сегодня, конечно же, спасти нашего супер Хэнка. Попробую, ребятки. Так, мы снова на основной трассе. И сейчас поднимаемся вверх. Мы на крыше дома, ребята. Здесь, как мы помним, не совсем безопасно. Но постараюсь пройти все-таки эту крышу. О, нет, Анжела, как ты могла? Давайте, ребят, воспользуемся карточками нашими. Я спасла нашу Анжелу и продолжаю бег. Давай, главное вовремя начинать прыгать. Но здесь, ребят, очень опасно. Что случилось? Ай, мы врезались. Вот так вот. Немножечко не повезло. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь с сейфами. По-моему, у нас есть один сейф, который мы можем открыть. Нет? Есть! Ура! Ух ты ж, 3000 сразу! Круто! Так, 25 рубинов! Ого! Редкий костюм! Клево! Так, что мы еще можем открыть? Нет, ребятки, не можем пока открыть. Ай, как жаль! Ой, что я сделала? О, нет, ребята, что я сделала? Я купила сейф. И теперь у меня снова не хватает монет, как жаль. Ладно, придется возвращаться в игру. Эх, что же я наделала? Ладно, возвращаемся в игру. Видите, друзья, к сожалению, снова... А, подождите, у меня есть рубины. Давайте отреставрируем, прогоним вот этого огромного енота. Брысь отсюда, ага, вот тебе. Есть, классно, и статуя супер Анжелочки. Отлично отреставрирована. Ну что, ребята, осталось нам отреставрировать совсем малую часть города нашего. Нам нужно 8800 монет, хотя у нас 2000 есть. В общем, 6000 монет нам нужно. Вперед, поехали зарабатывать. Вернее, полетели. Давай, Анжелочка, постараемся еще немножечко. Куда ты уносишь нашего супер Хэнка?
Ничего, мы с тобой еще встретимся. Да, вот это, конечно, я, ребятки, немножечко стратила. Эх, как жаль. Даже надо было купить сейф за такую сумму. Ладно. Ничего, ничего. Сейчас мы попробуем набрать 100 енотов. И попробую, друзья, заработать сейф. Надеюсь, в сейфе у нас будет достаточное количество монет. Хотя время поджимает. У нас осталось совсем мало времени вместе с вами, друзья. Но ничего, ничего. Думаю, у нас все получится. Так, я взяла двойные монеты. И у меня уже... Сейчас посчитаем. Так, сколько? 22 енота. 23. Давай, давай, енотище, иди сюда. Вот тебе. Вот это они атаковали наш город. Их столько здесь. Много. Но мы потихоньку с каждым из них справляемся. Так, собираем монетки. Беру бронь. Бронь мне тоже очень нужна. Так, отличненько. Еще енотик, огромный енотище. Вот тебе. Ну, классно. Так, препятствие. Давайте разрушим его. Стальной енот. Ну что, уже у меня 41 енот есть. Осталось немножечко. Так, я взяла магнит, вижу, да, притягивается к нам монетки. Уже магнитик закончился. И мы снова на крыше дома. Так, здесь так интересно. Аквапарк какой-то. Собираем монетки, монетки, монетки. Енотик, еще еноты. Так, ребятки, почти 50 енотов у нас есть. Ну, половина... Мы собрали еще бы 50, и было бы отлично. Как раз бы то, что нам нужно. Снова громила. Гигант енот. Ой-ой-ой, что-то мы его не добили. Ну ладно, мы еще с тобой встретимся. Так, золотые слитки. И давайте телепортируемся. Мы снова на основной трассе. Здесь тоже нужно наводить порядок. Эта трасса тоже захвачена енотами. О, нет. И снова я врезалась. Давайте посмотрим, что здесь у нас, ребят. Так. Давай, давай, дайте нам сейф, 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 ну же. Нет, ребятки, пока не могу открыть ни один сейф. Как жаль, эх, как жаль. Так, что же нам делать, друзья? Время-то у нас заканчивается. А что здесь у нас? Ух тышка, у нас есть даже особое мероприятие. Сбор предметов, собери мешков с монетами, 21 мешочек, награда 12 бриллиантиков. Так, спаси зданий, 12 зданий, и нам дадут награду вот такой вот какой-то бриллиантовый сундук. А как же нам, спасти здание? Давайте посмотрим. А, это когда мы реставрируем город, наверное, скорее всего, или это задание нам дадут после «Собери мешков с монетами». А давайте попробуем, ребят, может быть, получится у нас собрать 21 мешочек с монетками. Хотя это огромное количество мешочков, я вам скажу. Так, ну давайте попробуем. Смотрите, первый мешочек уже вижу. И он наш, отлично. Вот второй. Беру магнитик. И интересно, а притягивает ли магнит мешочки с золотом? Ребят, не замечали? Вот, смотрите, нет, не притягивает. Хорошо, ладненько. О, у нас уже 3 мешочка, круто. Так, еще один, четвертый. Ну, что я вам скажу, ребят, вот пятый мешок, в принципе, все возможно. Так, я думаю, мы это сделаем с легкостью, у нас все получится. Шестой мешок и еще 15 мешочков. Ну, ничего, нормально. Ой, нужно было прыгнуть все-таки
Вверх, ну ладно. Надеюсь, здесь внизу по пути нам удастся собрать эти мешочки. Вот, еще один вижу мешок. Отлично, он наш. Это 7-й мешочек. Ребята, а вам нравится выполнять задания? Напишите в комментариях. О, я пропустила мешочек, как жаль. Но зато взяла магнит. Так, давайте справимся с енотиком. Потому что еноты нам тоже нужны обязательно. И что, прыгаем на крышу. Ладно, Анжелочка, только будь осторожней, пожалуйста. Не подведи нас. У нас очень особое задание сейчас. Ого, вот это прыжки, ничего себе. Наша Анжела очень-очень прыгучая, оказывается. Ну, конечно, она же у нас не простая Анжела, а супер Анжела. Так, осторожней. А, нет. Ой, как жаль. Так, ребят, ну, все равно я продолжаю. Не буду терять времени. 10 мешочков у нас есть. Еще 11 мешочков нам нужно. Давай, 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 давай. Нужен, 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 нужен. Беру магнит. И с помощью магнитика мы еще отлично собираем монетки. Вижу мешочек. Это у нас 11-й мешок. Еще один. И 12-й мешочек. Отлично. Так, где наши мешочки? Дайте нам еще мешков. Еще один. 13-й мешок. Круто. И монетки, монетки, брысь отсюда, енотище. Еще один, еще один. Вот так вот. Молодец, Анжела, ты супергерой. Что ты буришь здесь? Не порть нам дорогу. 14 мешочков уже. И вижу 15-й. Так, осталось 6 мешков. Время, время-то у нас уже заканчивается. Давай, Анжелочка, быстрее. Давай, 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 давай. Вот вам еноты. Как классно, Анжела разбрасывает по сторонам всех енотов. Ну что, друзья, я вам скажу. Скорее всего, мы будем воевать с боссом-енотом в следующей серии. Ну что ж, ребят, еще немножечко времени у нас есть. Давайте все-таки попробуем дособирать нужное количество нам мешочков с золотом. Так, 16 мешочков у нас уже собрано, и мы снова на крыше дома. Так, Анжелочка, пожалуйста, здесь немножечко будь осторожней. Очень-очень здесь опасно. Так, прыжок. И есть! Класс! 18 мешочков уже у нас. Осталось совсем-совсем немного. Вижу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Эх, ай, придется еще разочек начать. Хорошо, начинаем. И у нас сразу есть мешочек. Вот он. Так. Юху! Супер скорость! Классно! Так, ну что, нам осталось 2 мешочка. Посмотрим, какая награда у нас будет. Кто помнит, ребятки, какую нам награду дадут за собранные 21 мешочек с золотом. Опа! Где наш последний мешочек? И мы снова на крыше. Ох уж нет, вот он мешочек. Есть, миссия выполнена. И отлично! Так, мы получаем 12 рубинчиков. Получить награду? Конечно же, мы ее получаем. Собери магниты 2 штуки. О-о, ребятки, я-то думала, что уже все. О, нет. Ну что же делать? Ладно, не могу я вас покинуть, друзья. Попробую собрать магнитики. Вау, что это за трасса? Ребята, это новая трасса, по-моему, это новая какая-то китайская трасса. О, нет. И нам здесь очень-очень не повезло. Ну что, друзья, давайте на этом сегодня мы закончим.
А продолжим, конечно же, обязательно в следующей нашей серии, так как время совсем у нас очень мало. Вернее, оно уже на сегодня у нас закончилось. Вы не расстраивайтесь, вас обязательно я жду, друзья, в следующей нашей серии. Пишите нам свои комментарии, не забывайте ставить лайки, кому нравится эта игра, кто играет в эту игру. Конечно же, подписывайтесь на наш канал. На сегодня все, всем пока-пока, до скорых встреч, друзья!